Военнослужащие зенитно-ракетного полка заступают на боевое дежурство. Охранять воздушные рубежи Родины теперь будут с помощью новейших комплексов С-400 «Триумф», которые появились в Самарском регионе. С перевооружением зенитчиков поздравил командующий 14-й армией Центрального военного округа Владимир Мельников. Родина вовручена, очень дорогая, новейшая, перспективная техника. Ваша главная задача – изучить матчасть, грамотно ее эксплуатировать. Успехов вам в вашем нелегком труде. Их цель – защита, а не нападение. Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» сегодня мощнейшее средство противовоздушной обороны не только в России, но и в мире. На одной установке сразу 4 типа ракет с различной массой, дальностью пуска и возможностями. Они способны поражать цель на расстоянии до 400 километров. В зоне обнаружения вражеские самолеты, разведчики, бомбардировщики, баллистические крылатые ракеты. Данные образцы техники позволят в разы существенно повысить возможности зенитно-ракетного полка по выполнению боевой задачи. С-400 не просто установка для запуска ракет, а целый комплекс согласованно работающих и сложнейших систем, компоненты которого размещаются на автомобилях высокой проходимости. При этом большинство процессов осуществляются автоматически, без участия человека. Зенитно-ракетная система самостоятельно обнаруживает цели, самостоятельно подсказывает оператору, командиру, офицерам, какие характеристики цели, какие дальности обнаружения, какие типы ракет надо будет производить по данной цели, и уже командир принимает решение. Сам Иван вместе с другими командирами решение принимает пока виртуально. В центре управления отрабатывают электронную имитацию запуска ракет. Комплекс «Триумф» одновременно способен обстреливать сразу 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Военнослужащие уверены, что с такой техникой небо Самары под надежной защитой. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.